Привет. Здравствуйте. Тебя как зовут? Иван. Друзья, сегодня мы приехали в семью, мы уже были у нее и помогали ей немножко деньгами, когда лежали в больницу. Теперь операция будет назначена на март месяц, когда будет Радомиру, да? Дамиру. Дамиру. Когда будет полгодика, тогда и будут принимать полное решение. Пока он под наблюдением, препараты различные приписали ему. Эта семья находится в Горловке, а жили не на Глубокой, где их дом разбит. Трое деток, вот сейчас мы три подарочка им принесли, а также продукты. Вот наш продуктовый набор. Это все было благодаря, возможно, под псевдонимом, себя так называет, Злой Волк из России, а также его друзья, православные патриоты, они передали вам продукты, подарочки и немножечко тут 3000 рублей возьмите, как раз это будет вам на лекарство. Спасибо. Спасибо огромное, друзья, и низкий вам поклон. И вам огромное спасибо, большое-большое.